постоянно под жестким прессингом в квартиру семьи Дутовых, которые помогали Олегу Шишову отбиваться от налетчиков в Екатеринбурге, проникли неизвестные. Как минимум два человека залезли на второй этаж по водосточной трубе. Вот что они делали в помещении, пока неизвестно. Сейчас квартиру проверяют сотрудники полиции. Семья Дутовых теперь опасается за свою жизнь. Уже какие-то проникновения начинаются, уже начинаются какие-то телодвижения с их стороны. Хотят напакостить, хотят что-то сделать. Если мы останемся, так сказать, без охраны, то придут в наш дом и просто всех тихо, мирно ночью всех зарежут. Но я даже в этом не сомневаюсь. Раз начинает уже залазить по квартирам. Точно так же квартиру вот могут сжечь, и никто ничего не будет знать. И вот удивительное совпадение. Проникновение в квартиру произошло в тот момент, когда в Ленинском суде Екатеринбурга решался вопрос об избрании меры пресечения для участников нападения на дом Олега Шишова. Ранее на два месяца был арестован организатор налета Дмитрий Пестриков и один из его сообщников. Двоих нападавших отпустили под подписку о невыезде. Один из защитников дома Олега Шишова, Александр Дутов-младший, уверен, что если бы они не предупредили бизнесмена и не пришли бы ему на помощь, то бы его попросту убили. Просто когда к нему приехали, они не ожидали нас увидеть. Это раз. Первое. Второе. Они не ожидали, что Олег выйдет с ружьем, и который будет стрелять. Если бы мы этого не начали делать, если бы мы не успели приехать, если бы мы не предупредили Олега, то либо один труп был, если бы мы не начали стрелять, нас просто всех напросто положили. Напомню, перестрелка в Екатеринбурге произошла 3 сентября. Два человека были убиты и 9 ранены. Из-за ссоры на дне рождения к дому Олега Шишова приехали около 30 вооруженных людей. Однако хозяин с друзьями сумел дать отпор нападавшим. Теперь возбуждено уголовное дело, причем сразу по 3 статьям. Организации, участие в массовых беспорядках, убийство 2 и более лиц и незаконный оборот оружия.